Льготу по уплате налога на землю получили люберецкие предприятия, вошедшие в текстильный кластер. Реализация инвестиционного проекта и создание новых рабочих мест в округе – выполнение этих условий обязательно для получения льготы. Сегодня текстильно-промышленный кластер городского округа Люберцы включает в себя 10 предприятий. По льготе они смогут оплачивать земельный налог с 50% скидкой. Объединение отраслевых предприятий обеспечит развитие производства, считают в администрации региона. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.